Cristal, curame. Боится. Она твоих намерений не поняла. Бедная коровка. Ты там монтаж потом сделай, кого-нибудь другого в туристической одежде, и их не дарки. Ай, потому и спрашивает. Ты спектакль знаешь, что такое? Кто? Спектакль, знаешь? Ну да. Вот такие дураки, ну, которые в лес приезжают и играют. Там спектакль импровизация. Приезжаешь, да, ты, допустим, шотландцы, тот в англичане, ты с ними воюешь там. А где это побывало? В искусственных мечах. Новообзаково, на станции, там. Или там же километров книжки по фэнтези. Вы другого Лёшу должны знать, если увлекаетесь. А мы не увлекаемся, мы просто так сидим, посмотрели. Это кто? А он там участвует всегда каждый год. Он на мечах любит рубиться, он надевает на себя кольчугу, всякую ерунду. Мы на него смотрим, стараемся не смеяться, ничего, прям, мы серьезно смотрим. Трезвость. Понятно, это что значит? Стараемся не смеяться. Класс, мы на него смотрим, стараемся. Да, короче, прикол. Лен, я знаю, зачем он будет. Идет ролевик, короче, ну, с тренировочным оружием, короче, за спиной. Ночью по городу. На встрече ему, короче, два пьяных гопа. Кого? Кто? Гопы. А, ну это понял. Которые нефров не любят. Чё, которые? Нефров не любят. А нефры? Неформалы. А ты чё, короче, нефры. А твою мать, подожди, я не успеваю с такой скоростью всасывать. Гопры идут. Ну, ему сколько лет? Залажали сразу. Где зеркало в машине? И, короче, гопры это как? Гопры? Пойду уберу, чтобы ты от меня отвял. Ну, гоп, стоп, да. Я понимаю, которые обувают все. Это мне знакомое. Это мне близко. А это? Гопники идут навстречу нефры. Неформалы. Идет, короче, этот, ролевик. Ролевик это который вот с мечами там где-то бьется. Подожди, сейчас я запомню. Гопники, которые не любят таких, они идут два пьяных. Они не любят этих. Нефры, и чё. Он потом перестанет с детьми общаться. Подходит к нему, короче, начинает до него доебываться. А ты чё, короче, ты кто вообще такой? Доебываться, он как-то докапываться. Ну, он такой, этот, минут через 15, короче, не выдерживает, достает меч, короче, одного рубанул. Тот упал, короче, второй такой, блин, что за фигня, такой, на колени упал, не убивай, говорит, меня Дункан Маклау. Что он как на птице, это белочка была, собственный персон. Ума нет, иди в лес. Да нет, иди в лес, если нет, не там и тут, в Бенгорном институт. А Ренат не приступил? Ренат? Да, да это рано, утром не приехал. Не пить, а Миша Пиванов тоже не пить. Ты на лошадях хочешь кататься? Где лежа? Печеньки в клеточку, Наташа. Ты столько лет знакома с братвой. Хватит? Да. Вот ту белую ложку. Нет, 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 нет
Сенцова. Ты палатка вот там стоит? Так Женя, он же приходил сюда. Он же приехал. Он с Ванькой приходил. Он вчера. Поля, да? Ну да, сфоткай меня, ты что, на велосипеде? Фотографировал, он так на лошади хотел, палку сфоткай, ему дать. Сфоткай на велосипеде. Не получилось на лошади. Да мы на велосипеде с палкой. О, да. Гитара. Все, все. Кота. Да нет, Наташ, это же как это, ну сама знаешь, что это. Это не разучаешься, как на коньках. Да не, бутылкой. Наши смотрите, Наташ, педальки сделай в другую сторону. Давай, садись. Хотите посмотреть гитару 2,5 штуки баксов? Крути. Где? Подожди, на педали, чем быстрее крутишь, тем лучше уедет. 7 штук по миру. Ну это не дергается, на самом деле, единица. Что, Страдивари? Стрипа Страдивари стоит где-то тысяч. Электрическая гитара, 300-350. Нормальная. Нормальных денег, конечно. Может, ты просто я не умею. А сегодня как будет? Нет, на себе. 2 декабря утром еду на работу. Настроение! Новый год завтра! А я через калибровку сегодня жену завожу на работу и дальше никого не приходит. Ты пусть снимай, это же не интересно. Алло, алло. How do you do? How are you? А можно передать привет? I'm do pee every day. Everybody, every day. I do pee. On my body. И потихонечку еду. И вот где раньше была военная кафедра, знаете, если так вот на поворот и под горку. И я где-то иду, а там ограничение, ну километр, по-моему, 40 или 50. Я такой, еду, не 60 я. Такой просто газ упустил, она такая сама себя тормозит и смотрю, блин, мужик на такси, такси класс, forever, оттуда из подворотни выскакивает, а у меня, ты понимаешь, у меня противотуманники стояли, они что-то разболтались, я их снял, такие два желтых прожектора, блин, от паровоза, и я такой, ну, дальний помигал, ну, уже не разгоняюсь, хоть так, уже начинаю так давить на тормоз, ему дальником мигаю, сигналю, не едет. И вот так вот вылазит, я по тормозам, то есть я уже начинаю давить лед, ее начинает вот так вот возить, я думаю, блин, гасла, я по газам думаю, сейчас я тебя по рельсам обойду, вылетаю на рельсы, педаль в пол, нет, трамваев нет, и луплю, и вот он вылетает, и я ему четко вот в левое переднее крыло, вот поиск колеса, и вот так вот выбрасываю. Я тоже разворачиваюсь, выхожу такой. Наталья. Мама дорогая. Это специально было. Специально было. Что специально? Что с нами оставляют? Так он меня заплатил. Он заплатил, я чинился. Теперь не приехал, ему не повезло просто. Не повезло. Нет, так а я подхожу, он буду... Откуда такой? Я пойду тоже сейчас сдам что-нибудь. Я без тебя рассказывать не буду. Давай, я дослушаю. Все, тебе лезную баночку, достаем телефон отсюда, тебе здесь ножичек прорежешь, и все, баночку сделаешь. Заходит в туалет, гаишник следом на подоконнике сидит. Он потом рассказывает, выхожу. Сволочь, тебе кто сказал, что майонезные баночки, Гачу? Дали бутылочку из-под питания. Ага. Я говорю, и что? Ну ничего, стою, заталкиваю, гаишник. Ну скоро ты там? Ну сейчас! Скреплю. Такой присел туда, заталкивает. Затолкал. Получилось. Нож достает, цинк, пизматик туда. Хлоп, ушел. Ты что там орешь? Да ничего не ору! Сдергивалка на проволочке. Отвязывает проволоку, подсовывает туда, делает пичок, достает. Все это на место, как выходит. На! Это говорит не мне. Нет, возьми ты. Весь мог. Короче говоря, фигня такая. Выходит счастливый, батя. Сдружился, но получилось. Давай, толкай. Давай, давай, давай. Да, сиди, сиди. Все, молодец. Просто мотор залил. Записи.
двумя глазами смотрят нормальные люди. Mm-hmm. Открой второй глаз и вот так смотрит. А так смотрят в оптический прицел. Какая разница? Какая разница? Вот я тебе могу сказать, какая разница? Один что делает, а другой разница. А ты-то откуда знаешь это? Солнце мое. Слушай, я улица воспитывала. Улица воспитывала. Кто такой улица? Она без родителей. Без отца, без матери росла. В интернете. Кстати, история про интернет. Знаете, есть такая этот анекдот, называется про боксера. У боксера берут интервью. Холодная кружка. Ну! Пиво, блядь. И все. Умрут. Гонг, блядь. Они его улетают такие. Раз, поставили. И накат, он такой, я! Начинает рвать и метать, такой, я же тут. Жена такая стоит, в дверях комнаты. Ну что, теперь ты меня понимаешь? Злой. 5 баллов просто вообще. Нет, больше, гораздо больше, чем 5. Браво. Я не слышал такого уже давно. Ну я ожидал все, что хочешь. Какой-нибудь кисляк, все. Такого переворота. Знаешь, как я тебя понимаю, солнце. А я захожу в этот кабинет шефу. Просто праздник какой-то. Я Пал Саныч. А что, нас записывают, что ли? Я признался во всем, вы с ума сошли. А сегодня какой день? Да. Сегодня 3-го, сегодня день. Нет, день недели какой сегодня? Как концовка еще раз? Не надо. Суббота? Да. Закрытая камера. Выключи. Бесполезно. Чем больше ты будешь говорить, выключи. Снимай, Ренат, снимай. Ну, короче говоря, у Андрюхи есть друган. Вот мужику вот за полтинник уже с лишним, просто вот ближе к 60. И он, ты знаешь, вот он ходит такой, мнется. Блин, зашибись, блин, завтра, говорит, пятница. Ты чё, завтра суббота? Он такой, пососи у бегемота. Так идем там по тропинке идти. Вовчик, скажи субботу. Такой поворачивайся, Андрюха. Молчи. Говорю, чё молчи? Субботочки все. И вот эта фраза. Так неудобно, газ. А мы сегодня кому? Грине сказали, да? В один голос. Хором причем. Ну, я тебе звоню. Я тебе говорю, поехали, там вся уже... Все тусилово там. Ренат, ты пропустил вчера шикарный вечер. Вот надо было снимать и снимать. Когда ночью вот здесь по поляне, по всей машины туда-сюда колесили в поисках кого-либо. Там Гриня. А мы ему не даже там. На улице не работали там. Не знаете, что это там? А ты что там не работали? Давно? Нет, просто в типографии. Это калибровка гребаная вещь. Это уже твоя жизнь. Такое вот извращение. Они удостоверение в своем заказе. Я пришел учеником сейчас. Там у них просто, пока подгадаешь размеры, калибровка. Надо, может, ее взорвать. Не, электрик, слушай, это должно быть, наверное, это самое широко оплачиваемое. Евро 9. Давно? Я тебя не видел, вот я тебя там и видел, наверное. Не знаю, насколько широко оплачиваемое. А честно, да, припёрся! Вот я водки вам принес. Шуточки тебе все, пошли. Ну, она из прокуратуры, если ты слышишь. Заслуженный работник. Там генерал. Ты кто? Я тебе клянусь! Энергетик! Очень приятно! Это ужас, блин. Жить с ней неохота. Да, они друг у друга принимают. Старается. Они вы что закончили, Сергей юридический? В каком году? Я говорю, а что в прокуратуре? Понимаю, закончили на самом деле, вижу, коллега! Стулья, не знал, куда мне делать. А она такая еще 2 метра роста, такая, блин, 1.5 метра. Я на туле это заходит, Арнольд Шварценеггер, да, Юра Дерина калибровка. Она была начальник. Да, я знаю. Сейчас ее пододвину, и она заходит. Такая раз такая, она уходит на пенсию, у нее, когда у нее...
Такие кадры теряем. В конце сентября, то есть Руби, у нее... там все ждут. Так, ладно. Делайте костер, я сделаю плов. Потянь. Она не хотела. Да, он прям... Ты куда пошел? Не надо! 26-40. Чей это телефон? 37-26-40. Таня. Куда? 209-11. Лена Лещинская. Ну, конечно. Кто знает этот телефон? 209-11. Мне кажется, в городе вообще его не знает никто. Да нет, конечно. Кому нафиг нужен? Даже никто не подозревает. Позвони мне, скотина, позвони. Ну, не пьется. Я вижу, у меня стопает треугольник, потому что я с него пить могу. Ну-ка, я не... Все записал. Это с носиком, с носиком. Да, я с простого стакана не могу пить. Это такой, знаешь, химический такой. Такой... А у тебя с той стороны насос такой... По разгону. Нормально. Градусы подкачали. Поехали. Или баллон такой с углекислотой, да, такой... Садись. Включи у меня. Не надо, не надо. Снимай, снимай, заводись. Давай, Женя. Жень, давай! Ты чё, Миш, спишь? Чё получилось? Просто. А снаружи? Ёкало мы, снаружи тоже. И тебя же рука Богу молиться будет. Толя! Два наряда не... А, упал, отжался, Толя! Упал, отжался! Толя! Упал! Зачем? Я отжался! Зачем? Слабо? 250 грамм. Нельзя. Грех это активный низ этого не допущает. Че, пошли нам искупаться? Ой. О, ну да. Что-то наливать нечего. Арсенальное. Че у нас еще осталось-то? Чай? Нет. Чая нету, вылили чай. Как вылили кто, чай? Кто будет, чая нету? Вылили чай. Просто вылили чай. Все равно. Вон там термос, я посмотрел. Да, там термос. Значит... Дело было не в бобине, да? На эти вот артерии, не артерии, а... Мышцы, короче. Нет, не мышцы, а... На вены. Какая глубокая ответственность. И руки просто отнимаются, короче. Они не могут просто высоко подниматься. Просто дело в том, что Мишка, он меня не... Я не могу его заставить, потому что вот он мне хоть что-нибудь дал. Я говорю, дай мне палатку, Вот да, мне бы палатка... Все равно это будет... Пока нас этот еще не даст... Даст мило, что у нас видели, да? Речи. Вот где вы их видели? Я не помню. Помню, он пропал. Вы минут 10 обсуждали еще. Нас все обсуждали, но никто не подсаживал. Оба кто-то. Причем пустые люди проезжали. Кстати, ну, водила один. Ну, машины 15. И машины, при том, что с башкирскими номерами явно едут. Привет. Андрюх. Встречала, рыбачила апостол Андрей. Сними его, сними на пленку, это же надо видеть. А потом расклеим, ну, возле церкви. Он разыскивается. Милиция. Блин, ну, взгляд такой. У вас нет такой, нет. Сколько? Бензину! И бензин у меня свой. Пойдем вот! Вы трукаете тогда уже. Пошли! Пошли! Профессиональную площадь. Да, посмотри, он еще и задом умеет. Передом. Миша, это профессиональный гонщик. Работа такая. Ты куда, Вадя? Куда? Да мы сейчас начнем, вон уже штанги добиваем. А сколько человек? Ну, всем рады. Пошли. Не, это... Ну поделим, сколько придется, это. Ну, у меня что-то это кет. Ну, ботинка хочу, пошли поиграем. Без проблем. Девчонки, может, я бы хотел вообще это снять. Не я тут смывался. А мы взяли, вы привезли. Не, он же. И посуду мы тебе привезли. Он же сам. Че, накуривай. Сам-то по идее, он тебе привез? Здравствуйте. Привез копу себе?
Нет. Я тебе привезла чего. У меня лучше есть. Запасная, на всякий случай. Мишаня. Че пьем? Очень приятно. Че поем? Привет, Дима. Привет. А я Мишаня. Дима! Да, Вован, ты вообще сегодня что-то это. Да? Он уже это было здорово. А мне что за предстоит? Давай сразу нормально должен. И закусить мне сразу нормально не надо, потому что он сам. Он сразу упадет и ничего пить не будет. На, подержи. Отработал? Ага. Это сейчас так называется? Отработал? Отпотрачил, отпотрачил. Не, он столько и наливает, не боится. Слушай, а что, я кому-то уже отдала закусить? А пиво я выпила. Не потереть, блин. Не знаю, там есть... Пиво это такая вещь, которая никогда не кончается. Я в три завтра поеду. Ты можешь меня попросить? А мы сейчас с ним потребуемся. Можно съездить. С тобой больше не поеду никуда. Ты не доверяешь машину? Ты бы никто никогда им не воспользовался. Погоняй на них. Сам ковал, так, надо быстрее слиться на места. Ура! Дим, бода-бода! Взрывные бабки, мы все купим. Ну, мы делаем. Ура! Вов, а рука пустая. Нет, дело в том, что пиво из двух раз... Скажем, по чуть-чуть получилось. Ну, давай, ударь ему там, ударь. Нет, тяжелее. Дим, не пей, подожди. Я в три только поеду, мне надо на шарском убить. Да, жди Петренко. Вино. Пять пьете. Почему? Думали, пропили Россию. Пойдем. Пошли. Дырявый, пей быстрее. Поверни ее. Пей быстрее, она выпускает. Здорово. Вы куда собрались? На машине? Посиди минут пять еще. Ты пропустишь такую вещь. Сейчас мы его... Сейчас он сыграет эту песню. Специалисты мне дали большую ложку, что ты меньше съел. Туда едет, туда, туда. Слушай, а что, хеликоптер там? Не знаю. Никто не знает. Нас снимает скрытый камень. Сделай. Вместе, да, 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 все замечательно. Ну, вы, девочка. СТС, скажи. Я думаю, что такой голос появился. Мне кажется, ее не обещали песни петь. А вы мне обещали петь, а вас обещали петь. Дим, а можно? Подавай, мы все затихнем. Сейчас, минут 10. Ну давай чуть меньше, а минут 7. Сейчас он дойдет до ваших одет и все будет. Пламя большое. А меня с ней подняла, сволочь. А я пришла, мне же скучно, что ее не видела после вечера. Можно ее в городе снять. Андрюх, послушай. Дим, на стул садись. Вот там можно? Нет, звон, звон, Дима, звон. Дима, звон, пожалуйста. Нюш, тапа-тапа-та выучил. Утро распогодилось, и тучи рассеялись, хмурятся теперь все они издалека. Теплая улыбка к солнцу будто бы приклеилась, и прохладой мягкой веет ковш родника. Как и почему все вокруг стало ласковым, пухом стала даже придорожная пыль. Словно снова нам приснилась детская сказка, нам приснилась и пришла, и превратилась в пыль. Эх, да-ба-да-ба-дам, это просто чудо. Да-да-да-да-дам, лишь одно из чудес. А нужно просто верить, что все это будет. Нужно просто видеть, что все это есть. Чудо чудесное где-то дремало. Чудо боялось на солнце сверкать. Тихо дышало, глаза прикрывало. Чудом стеснялось себя называть.
но пробудилась, и нам приоткрылась. Не усидела весь, песня звала быть нашим чудом. Оно научилось и растворилось в дыхании костра. Эх, да-ба-да-ба-дам, да это просто чудо. Да-ба-да-ба-дам, лишь одно из чудес. А нужно просто верить, что все это будет. Нужно просто видеть, что все это есть. Ноги босые, а шелк сам ее написал, может быть, сами идут и свернуть не дают. Все прописное вдруг стало заглавным. Руки играют, а души поют. Как и почему скука вечная спряталась за горизонт и не слышно тоски. Счастье шагнуло, а горе попятилось и убежало, сжимая виски. Да-ба-да-ба-дам, это просто чудо. Да-ба-да-ба-дам, лишь одно из чудес. А нужно просто верить, что все это будет. Нужно просто видеть, что все это есть. Голос стал чище, а чувство сильнее. И не мешает им ни шум городской. Небо над нами, как купол, синеет. Лес синеет над быстрой рекой. Жалко, но все, даже чудо проходит время. Врач не заменит песню, но на душе стало лучше погода. И есть чудеса, и о них надо писать. Да-ба-да-да-дам, да это просто чудо. Да-ба-да-ба-дам, лишь одно из чудес. А нужно просто верить, что все это будет. Нужно просто видеть, что все это есть. Да. Молодец. Налейте артисту приз. Прекрасный, прекрасный тост. Песни, все, нам бы положить музыку на нас. Это легкая песня. Там весь Питер. Вы из остальных хотите этих лошадей? Я не знаю, похоляю. Я бы их не смогу из остальных ходить. Юля! Тебя же Юля зовут, а меня ты не знаешь. Привет! А, ну, наконец-то, здравствуй! Сотню разменять, что ли? Да. Нету. По 500 рублей. Ну, все в баксах. Понятно. Ну, бедно. А на чё разменять? Все гоняют. А у нас всё. Я же не могу спокойно менять. Нет? Чё, нету ни у кого? Глянь. Нет. Слезай, слезай, слезай. На место поставим. Вот, Миш. Я пою. Хорошо. Ветер шалял, котенок, золотистую бабку. А что он бы отогнал? У меня бы на пути все погоды не сидит, там не трудоспособно. Лена. Нет, не по нему помочь. Фигурочки, какой носок. Миш, тихо, Миш, ты про плов не забыл? Включите голову. Глаз заехал. Какой плов? Кони. Представьте, кони. Там уже лист показался. Борты-то. Не помню. Кто здесь? Кто здесь? Да. Где ты позвал? Держаля. Словно с просонок,
по аллее, а из того сада все никак он ее не поймает. Отвлекаясь на шорох и листьев, и в азарте погони крепчает, одурманившись собственным свистом. Бам-дам-дам-дам-дам. Серой краской ее разбавляет водной поленья паленый, ну или попросту ух, валяет. Ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба, ба-ба-ба-ба-ба. Все, за что б не взялся непоседа, получается незавершенным. И устав от боев беспобедных, он сам себя признает побежденным. А потом утихает, смиряясь, сквозняком пробирается в сени, самим оставаясь, он тихо дождиком плачет осенним, и тихо дождиком плачет осенним. Мальчик, Лёва, вот ребятам туда забили, они сейчас начинают, а? Смотри, как они начинают. По правилам, надо пас дать. А ты? Пас. Вот, теперь можно играть. Руки. Макс, не спи! Мяч отдай. Отдай, дай мне. А что случилось? Руки были, что, не заметил, что? После тебя. Тут непонятно. Шпион маленький. Лёва, отходи, отходи, отходи. Сейчас пинать сильно буду. Лёва, играй! Ногами нельзя! Ногами, только ногами. Вот, ногами, ногами, вот, всё. Так, готов. Иди, иди, иди! Дима, в руки! Будем мяч играть!
Ренат, вот побегай. Пока, да, ну вон. Ренат, побегай. Как раз у нас вон Саша пришел еще. А, ну они пока в школе. Михон, все, давай. Ренат, играй. Мяч у вас же. Приготовку труда я даю, ты даешь разрешение, то оружие будет направляться на него, и он с ним поедет. Брат, я беру. Толя, это твое? Моё. Жизнь удалась. Стоящий человек, и по-стоящему сидеть должен. Я не стоящий. Сады его назовем. Ренат, спасибо тебе. За груши на самом деле. Пойдем треснем, все, успокойся. Я пошутил. Пути, блядь, давай быстрее, ты тут ленишься. Там полспиди будет хватен. Игнатаж спросил, он писить не хочет. А эти, главное, выезжают, прикинь, я приезжаю, очистка стоит этот джинг. Я поняла, что Наташа нас кидает. Машины могут извращаться над дорогой. А как дороги над машинами могут извращаться? А ее тяжело. Она вот я понял только одну вещь. Давишь, в России давишь, хорошо, что она сделала. Нельзя. 130, и потом, и пошла. Машина нормальная. У тебя же на дизель невозможно. Дизель. Нельзя. Я специально брал дизель. Ребята, с автоконом в руке. Да, чтобы туда и назад, чтобы не трогать. Невозможно. Че он так? Молчи. Вон пузырь самообслуживания. Я уже устал эту клизму делать. Стопка там где? Пузырь самообслуживания. Да, дайте пузырь в аналу, блин. Вон же стопка стоит. Абсолютно она, пустая. Как она полная, я ее абсолютно не допила. Абсолютно ничейная. Стойте, давайте. И еще раз за Рената. Давайте за Рената выпьем, а хороший тост. Прекрасный тост. Вот питерцы вжились к нам, а. Нормальный тост. Я Миш, так с Ренатом мы это. Миш, не улыбай, ты что я прожил? Он говорит, что это дедушка, он может встать и спокойно. Так я видел сегодня, что он раз на колен, потом на голову тык-тык-тык подержал, потом задницей ногой, и мы обалдели. Ну, мяч он любит. Что такое, это журналисты тут, елки-палки, с объективами. Пошли, посидим. Ты же любишь всегда что-нибудь новое? Я устояла. Держи. Вот берешь такое, блядь. Главное, голову в нужное место поставь такой. Сверился. Оп. Смотри. О. Артем, ты могёшь. Пини его по пузу, не стесняйся. Не трудно, совсем не трудно. Ты попробуй. Ты же научился ходить когда-то. Можно взять твою когда совсем маленький. Футбол играешь так хорошо. И на голове я научишься. На руках же ты ходишь? Вот. Не первый раз. Да, на руках же, помнишь, мы ходим? Сейчас тебе папа тоже. Да. На голове встать, это что? Это... Ну ты кушай. Я буду. Да будто он. Ногами ходить нельзя заплатить. Ну еще и на голове. На бане. Ну подобрали. Давно? Давно уже. Откуда? Я своего нашел в подъезде. Год и 8 месяцев назад. Андрюха, а вот мы на охоту всегда пьем, поем листья желтые. Охоты? То есть, ну, не охота, вообще песня. Почему? Я не знаю. Ага, Макс. Смешная такая, она не бабская, не вискарь. Не, ну я и не знаю. Ай-е! Скоро я звоню Ягуарский каминг, так мы ведь едем сами. Ой. А ты поедешь его, я не знаю. Чижа, без разницы. Давай. Тиша. Тиша. А что рассказывать? У меня вот сегодня младший брат дома отрывает. День Бога приказал. Сам просил. Сам заказывал, сам поехал. Нет, ты давай путь. Он же играл. Так я только начал. Thank you.
Пинк Флойд! Это Deep Purple, дитя во времени, Deep Purple! А? Так вы уже перепутали. Нет, это Deep Purple. Встает рассвет. Клево играть. Некоторые бомбочки. Улетела песня к чужим кострам, где-то по соседству звучит не нам. Что ж наговорили друг другу мы, уже не простили друг друга мы. Про Южный Крест будет. О, про Южный Крест. Слушай, такая песня классная. Следующий марш со мной. Господи, Боже, Филипп. Прощаться мне не надо, я вот он весь. За дело и не в этом. По всем приметам последний рейс. Маяк кровавым глазом моргнул, забезобразил, заурыл над вес. Качаются постели, тяжелый крест на теле, Южный крест. Когда рукой усталой я струны у гитары перебирал, я понял в жизни прошлой, поверь, что ненарочно переиграл. А счастье мое ветер унес и не заметил, как шел вниз. Теперь без всяких правил я сам с собой играю под ветром свист. Я по чужой подсказке давно не верю в сказки, что могут ждать. Мечу в колонны страны, моря и океаны, города. Не спрятаться от боли, посидеть в алкоголе, с ней вечно жить. А жизнь, как волны эти, как все на белом свете, бежит, бежит. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Лихо скажу, 170 километров пешком с лодками на плечах. Кто ходил, все поймет. Она надолго буквально сказала, что просто под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами. А в городе том сад, все травы да цветы. Гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтые
светил зор незабываемый, огненный голубой. Горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет тебя звезда дорогой в дивный сад. Тебя там встретят огнегривый лев и синий волк, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, и чей так светил взор незабываемый. Есть любимые песни, но нет, мы не знаем. Ну я чую и слышу издалека, что такое громкое противное Петренко, наверное. Да. Уже точно не любит. У нас куда-то пропал Вован, и как бишь его. Тони вечер, тони вечер. Эх, мне малый волос спалось. Мне малым волос спалось. Ой, да во сне привиделось. Мне малым во сне привиделось. Эх, будто бы конь мой, а вороной. Эх, разыгрался, расплясался. Ой, да разрезвился подо мной. Это точно. Ой, мне мало спалось. Да вообще практически спалось. Лещинская спать не дала. Ой, мало спалось. Ой, да во сне. Себе построим дом. Творится.
а вокруг такая тишина. Пока бабай, что вовек не снилось нам. И за этой тишиной, как за стеной, хватит места нам с тобой. Дверью ставим, копать скамейку опередите, копать скамейку опередите нистый пруд. Что-то мы застаем немножко, как это, от общего ритма так. Давайте вместе. Хорошо, раз, хорошо, два, три, четыре. Я пою, а хорошо. Где? Ты молодец какая-то. Рядом с парадной дверью. С парадной дверью надо копать скамейку, объединить тенистый пруд. Однажды каждый помолвит каждый душ, и он кому надут. А вокруг такая тишина, пока бабай век не слилась нам с тобой. Женой, как за стеной, бараба-бай. Возит место нам с тобой. Бесспорно вернулись? Бесспорно, я даже мужа привела. Давай дальше, там сам класс от любви. Да. Зачем ходила, с той привела. Слышно. Дурить вообще жопу. Тяжело. И располагает. Там, такая... там, в принципе, чтобы ее сыграть, нужен вкус, там тогда примочка. Ну давай, да. Отмазался. Опять и вне внутренний, и внешне хорошо. А что это? Ой, ай, бью над водой. Бью над водой. Растилается жених у ворот, ай, жених у ворот, жених у ворот дожидается. Вывели ему, ай, вывели ему. Коня белогривого, это не мое, ай, это не мое, это не мое, это тестя моего. Дожидай.
сундуки полны добра. Классный. Мы с Северией привезли с Натахой вдвоем. Мы ездили в Канты-Мансе. Нет, я... Олег Митяев поет уже давно. Ну, конечно, он не поет. Знаешь, я тебе кассету дала слушать. Хватит там сигареты, гражданин. У меня кассета есть. Не Митяев поет. Я ее первый раз услышал. Там ты Мася, мы поехали. Причем, говорит, никто песню не знает. Да знаем мы ее. Да откуда вы ее знаете? Ну как откуда? Она известная песня. 6 лет тому назад мы поехали на Канты-Масе. Не пела одна девчонка, ты чего? Мы наехали на Канты-Масе. И он ее спел, ее. Мы просто обалдели с нее. Я туда приехал. Я просто предлагаю, давайте сейчас нальем. Выпьем за человека, который сегодня с нами нет, но... который действительно являлся автором и исполнителем и так далее. Давайте выпьем за халяву, а? Знаете, знаете халяву, нет? Нет. Нет? А, это ребята. Как его звали? Просто халява знаю. Человек, который говорил, который просто собирался на авторскую песню там, на и так далее, на фестиваль. Он просто... Совал, почему ее назвали халявой? Он совал ложку за сапог, садился, брал гитару и поехал. Вот халява умер. Вань, два года уже. Он медовоец был. Да. Вот песня можно, которую... Он медовоец был? Он нет, Учелинский парень. Вот я его песню, которую... Много анекдотов там он привез. Вообще классный мужик. А песню, которую он привез... Она женская, в принципе, от женского лица поет. Много к себе протоптано дорожек. Ой, ни к чему дорожки летит. А все потому, что сердце не тревожит. Все потому, что сердце не тревожит ни один, ни другой, да и не третий. Кто-то опять кого-то растревожит, скажет, что нет родни на свете. Потому что без любви не может.
силой тянет, что не уснусь и на рассвете, а все потому, что так как ты не глядит, ни один, ни другой, да и не третий, все потому, что так как ты не глянет ни один, ни другой, да и не третий. Это его слова. Его слова. Это русская народная песня. Просто он человек, это был носитель всего. Он спрашивает. Носитель. Он носитель был. Это я человек, который... А Айданинский, ну это его песня. Ну, нет, нет, Халява вообще был человек, он носитель. Он знал все, всегда, то есть любую песню он пел и так далее. То есть все это приносил. Он сидел так же, как мы сейчас сидим у костра. Вот на этом адском камне он сидел. Ну, 2 года он. Раз. Рак, сиди, послушай. Да. Сел, посиди, послушай. Дочку вашу вот высочайшую. Ты там сидишь, Дмитрий иди Анатольевич. Послушай. Да. Не нравится. Не пришел, не послушал. Ушел. Ушел. Посмотрел он на луну, упал в этом поле. Твою мать! Господи, боже мой, достань ты с моей гитарой. Я к тебе не обращаюсь, как только пришла. Ты вообще никак не реагируешь. Дмитрий Анатольевич. Начнется кубок неба. И звездно снежно, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Начнется кубок неба, большой и звездно снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ренат, вот Толик мне стал друганом, честно говоря. Он ни разу по писи не сходил за что-то. А ну-ка, улыбнись! Очень близкий тебе сегодня скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Не надо больше. Сентом, не надо ничего. Сегодня просто собрались. Мы же близкие люди, получается, в принципе. Да не вообще сколько сказок. Крылом, самолет. Что всем? Тебе не приходилось так сейчас сказать? Два прислона самолета. Не приходилось. Под крылом самолета о чем-то споет. Подожди. Но ты улетающий вдаль самолет. Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. Понимаешь, что пить это не будет. Все мы знаем, конечно, все слова. Самое главное, что любят все припев. Да, припев такой. Что, начинается тихо. Да, еще до самолет. Сердце своем сбереги, под крылом самолета о чем-то поет, зеленое море тайги. А вы поете вообще не в той тональности. Это ты играешь не в той тональности. Нифига. А мы поем в той тональности. Нифига, вы поете не в той тональности. Пойдем выясним отношения, отойдем вообще, что за наезд, министры. Хороший мой. Есть только между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Счастье дано повстречать и в беду еще. Есть только миг, за него и жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим.
жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой, сердце сердце во мне. Вечный покой для звезды пирамид. Что сорвалось и падает. И есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалось и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот миг долетит сквозь столетия, но всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Да-да-да-да. Пристрасть на все. В этом мире. В этом мире. Есть только за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Очень сильно, согласись. Классно вообще. И фильм классный. Земля Санникова. Я его раз 10, наверное, очень смотрела. Очень маленький еще. Ты еще его увидишь. Ну, не сердце, как сокал, как ты. Я тебе завидую. Еще, идите нафиг, идите нафиг. А если вам не пофиг, что нам пофиг, идите нафиг. Еще? Здесь куплет, здесь песня, которую они все помнят. Любимые медики забыли. Ну вот пачку печенья, которая лежит перед ним, он так и не одолел. Да, трудно есть 100 пачек печенья. Еще надо для хорошего сна. Осталось только водочки добавить. Все вокруг стало ласково, стала даже придорожная пыль. Словно снова нам приснилась детская сказка, нам приснилась и пришла, и превратилась в бух. Их таба-да-ба-да. А че это вазик? Так-с, никто не видел, здрасте. С добрым утром всем, мои гитары. Ура! Слушай, ну я не подарил ее никому вчера.
Были претенденты. Вчера не удалось. Были претенденты. Подарить еще можно сегодня. Нет, сегодня уже поздно, уже все. Все моментом не воспользовались, извините. 24 часа. Главное, баллончик меня. Я о чем спрашиваю? Тогда по другому вопрос задать. Когда баллончик надо менять? 8 часов. Как кончился, сразу меняй. Иначе ничего готовиться не будет. Вот только закончилось, сразу меняй. Он яйца разбивает. Молодец. Ты что так это близко к сердцу принимаешь? У меня эмпатия высоко развита. И вообще это светится, вылетело. И слова так классно лежат. Учи, учи. Когда выбираешь? Нет, не удастся мне. Вот, яйца в картошке. Михей вышел, у нас, значит, 22 яйца. Мало. Итак, там зелень, вот там в мешочке, давай сюда. И еще 4 как минимум. Пожалуйста. Нет, 22, я посмотрела. 4, 6, 8, я считаю. Вот здесь 10 и вокруг 12. Нет, здесь их 6 пока. Мама. Каждый под видом, что-то причесаться там. Как будто тут все дела там, все ближе идет. Куда едешь, тебе тут что, расчесывать-то нечего. Ну, ладно. Ну, ты не что-то привычный. Тебе туда? Ну. Что там? Половину свет смращиваю. Что это вот? Спасибо. Дипломаты к тебе на там. Послы, можно сказать. Идет такая загадочная улыбка. Вы хотели пожелать спокойного сна. Пришли все вместе. Поспи немножко. Пусть спокойно. Непонятно. Так неудобно. Если ты будешь выбрасывать ее, ты мне скажи. Вот эту? Я вот берете и не выбрасывай. Если у вас появилась ненужная газовая плитка портативная, не выбрасывай. А вот еще зелень положу. Но я логически догадалась, что это был, наверное, ты. Это было днем в субботу, правильно? Ну, правильно, потому что днем в пятницу у нас снег. Да. А помидор явно был виден, значит, было светло. Значит, а вот светло это не факт, потому что ночью тоже было очень светло. Мент. Не пей, козленочка. Уйди, эту фотографию. Жизнь удалась. Что там сказать? Фестиваль явно удался. Самое главное. С твоей самое стороны главное, свидетели, мои свидетели. А давайте крикнемся вместе Горько. Горько! Невеста, дай сюда губы. За хвост. Вот это мне уже понравилось. Раз! Два! По-моему, так же, да? Три! А, все, поженились. Давай к дурачкам, базара нет. Я живу про брачную ночь, Наташа. Наташа, надо, ты зря. Дайте тут все на... Напросилась, а может теперь терпи. Насадочку. Ну, сразу же все. Ну почему? И все же сразу. Хочу все и сразу. Ну, что, ну какая? Ты какая? Я не узнаю тебя, Наталья. Вот это его. Такая скромная девочка была. Я выпила. Я вижу, доброго ничего не делала. Вот, блядь, не здрасте, ничего тут такое. Ну ладно, чуть-чуть открывает. А, блядь, пятерка, БМВ, ты как его сюда всадил-то? Так я, говорит, сам не знаю, я просто ее, говорит, отдал, мне в нее воткнули. Ну, пацан, удивил. А их надо. Я обалдел. Полная сковородка. Унеси доску, покорю, прогаляна. Что, вы уже готовы? Иначе не снимает.
далином, 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 да, да. Давай вместе споем. Да, тут все просто. А как по свету ветер ходит, как по морю корабли, ходит, бродит, что находит, тихая машина, хорошо. Можно полтора, он снимает все. Хорошая машина. Классно, потому что Натаха за рулем вообще, это вдвойне эффект. Ренат все снимает. Ренат, тебе бабу надо найти, ты че? Че, ты не дома? Ну, откинься. Я не могу, мне там куда снимать. Сзади, сзади. Смотри, тебя в секунду. Что переключается, что-то. Станция пойдет на ту гору, там, в ущелье, вот так вот.